Хочу сказать со всей ответственностью, что Лупу реально не является основным кандидатом Плохотюка и Демократической партии. Плохотюк поставил сегодня совсем на другого кандидата. И в ближайшее время мы вместе разберемся, кто этот реальный кандидат. И заодно проинформируем Марьяна Ильича Лупу, чтобы он знал хотя бы, на кого его там разменяли. Потому что Марьян, как бы это его последний политический рубеж жизни, но человек должен знать, по крайней мере, как он политически будет умирать, и за кого, и за чего. Поэтому мы будем информировать и Марьяна Ильича о всех этих задумках Плохотника.